Водитель, житель города Нефтекамска, 90-го года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2093, двигаясь по улице Дорожной со стороны улицы Ленина в сторону Социалистической, не обеспечил безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2093 под управлением жителя города Нефтекамска, 89-го года рождения. Далее по касательной совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2113, также под управлением жителя города Нефтекамска, 51-го года рождения. В результате данного ДТП пассажир виновного водителя, жительница города Нефтекамска, 82-го года рождения, с полученными травмами была госпитализирована в Центральную городскую больницу. В данном случае не обошлось и без помощи спасательных служб, которые применили спецсредства для вызволения пострадавшей девушки. По результатам освидетельствования водитель данной автомашины, виновник ДТП, был в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент за совершение дорожно-транспортного происшествия будет производиться административное расследование и дополнительно за управление в состоянии алкогольного опьянения лишение прав управления от 1,5 до 2 лет.